чудесную историю расскажу я вам. В одном старинном доме был найден чемодан с блестящими замочками и даже не пустой. А что же в чемоданчике? Ты крышку приоткрой. Там живут жираф и мышка, кот и пес и серый мишка, утка белая, овечка, два веселых человечка. В чемодане целый мир, есть даже сливочный пломбир. Для мальчиков и девочек, для бабушек и дедушек, для всех на свете папа и мама. Историю расскажет старинный чемодан. Темень-то какая? Что случилось-то? Грозы не было, лампочки не перегорели. Может, ремонт кто делает? Любимых ребят своих не вижу. Работы с электричеством закончены. Слава богу, не люблю я темноту. Так и сказку не разглядишь. Ребята, здравствуйте. Вот пробирались к вам с чемоданчиком и паутины где-то насобирали. Таня, да не бойся, я не страшный. Только не это. Да не кусаюсь я. Паучок миленький, уползай уже. Наши дети сказку ждут. Я готов. Возьми меня скорее. Зачем? Сказку рассказывать будем. Ну, наши герои живут в чемоданчике. Так и есть. Но пока ты доставал фонарик в темноте, я как-то выпал. Вот дела. Будем тогда начинать? Погоди, там еще мой друг. Кто? Второй паук? Не, смотри сама. Вот это да. Спокойно, Таня, спокойно. Очень даже мило. Таня, привет. Мы же с тобой встречались на капустном поле. Помнишь? Что-то припоминаю. Тогда и начинай сказку. Хорошо. Жил-был паучок. Он устроил себе домик в кустах калины возле старого огорода. С утра до вечера он плел сети, а вечером катался на качелях и смотрел на закат. Как прекрасна эта жизнь! Каждый день меня чем-то радует. Но в одно прекрасное утро паучок услышал чей-то плач. Ну почему? Почему я такая некрасивая? У всех есть крылья, у жуков, у пчел, у стрекоз. А я... Привет, гусеничка. Ты красавица. И будешь еще краше. Гусеница от неожиданности перестала плакать и чуть не свалилась с капусты. Привет, паучок. Ты это мне? Тебе, гусеничка. И у тебя будут крылья, поверь. Крылья? Да откуда им взяться? А эти мои коротенькие ножки? А у тебя-то какие длинные? Все для удобства. Мне с длинными лапками удобнее плести паутинку, а тебе с коротенькими легче прилепиться к листку и не свалиться. Зато у тебя есть то, чего нет у других. Чего же? Смолка-прилипалка. А, точно! С ее помощью ты можешь легко кататься, как на тарзанке, и даже катать других. Ух ты, и вправду! В это время по дорожке шел жук. Он увидел паучка и гусеничку и остановился. Привет, паучок! Привет, гусеничка! Привет, жучок! Что делаете? Привет, жучок! Мы строим парк аттракционов! Приводи детей на карусель! Вот здорово! Непременно! Спасибо! И другим скажи,
Всем места хватит. Жучок побежал домой и по дороге рассказывал полевым жителям о чуде. Привет, божья коровка. На старом огороде открывается парк развлечений. Приходи вечером. Здорово, спасибо, приду. Здравствуй, сороконожка. Здравствуй, жучок. Хочешь полетать? Ой, это же моя мечта. Приходи вечером на старый огород. Паучок с гусеничкой такое затеяли. Летательный аппарат. Обязательно приду, приползу непременно. Вечером на старом огороде собрались все насекомые. Жуки, паучки, букашки, мурашки. Всем хотелось полетать. Какая красота! Я кружусь, я в невесомости! Это же настоящая горка! Смотрите, я качусь! Как здорово качаться на качелях! Теперь я качусь с горки. Ух! Какой восторг! Я и не думала, что дарить радости другим – это так приятно! Видишь, и скучать-то некогда, когда думаешь о других. Спасибо, паучок! Спасибо, паучок! Спасибо, гусеничка! Какой прекрасный парк! Какой прекрасный парк! Как здорово! От радости гусеничка стала кружиться, окутывая себя серебряной нитью. Кружилась, кружилась, пока не оказалась в уютном коконе. Так и уснула в нем сладко-сладко. А через некоторое время случилось еще одно чудо. На рассвете тот самый кокон, где спала гусеничка, от влаги и тепла треснул пополам. Из него выпорхнула нарядная бабочка-капустница. Ее платье было соткано из солнечных лучей. Я летаю! Какое чудо! Я летаю! Паучок, мне не снится! Я же говорил тебе, что это будет! Таня, Таня, какая красивая сказка! Она расчудесная, даже не хочется ее завершать. Но пора. Помните, какой грустной была гусеничка в начале, но стала служить тем, кто рядом, и повеселела? У тех, кто дарит радость, нет места для печали. А я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До встречи в новой сказке. В моем чемоданчике сказки, песни, веселые басни, хорошие вести в шумной столице и в сельской тиши. Для вашего дома и вашей души найдется полезное, доброе слово, и счастье вернется к вам снова.